усяку журбу вашу покладіть на нього, бо він піклується про вас. Радіо Еммануїл. Музика – це голос особливого духу, завдання якого – збирати мрії світу, який, проходячи через свідомість людей, здатний залагодити та потрясти душі, руйнуючи соціальні відмінності. Запрошуємо до програми «Світла музика. Прем'єра». Прекрасно, музика потрясає душу. Сьогодні з нами в студії Оксамита. Оксамита Новачук – співачка, журналіст, автор пісень, мама і лідер міжнародного суспільного руху «Живи, Оксамито». Привіт, студії «Світлого Славік, радіо». Привіт, Славік, привіт, вітаю. Напевно, вітаю, не пройшло і року, точно пам'ятаю, що в лютому ти щось говорила про сім'ю, про виховання дітей тут, так, в цій студії. Да, але да, сьогодні, да, перш за все, музика. А от в своїй пісні «Дай мені познать», угу, ти просиш про глибше пізнання Бога. Здається, Марина Цвітаєва сказала, що ми можемо сказати о Бозі? Нічого. Що ми можемо сказати Богу? Все. От що для тебе пізнання? Адже є таке риторичне запитання у пророків, здається. Можеш ли ти іслідуванням знайти Бога? Можеш ли совершенно познати Вседержителя? Ой, такі глибокі слова з самого початку. Навіть я так не встигла його зігнатися. Ну, по-перше, ця пісня народилася якраз під час поклоніння, якраз під час служіння, яке ми проводимо кожної середи для віруючих, для нашої команди. От, і я пам'ятаю, то був такий особливий день, особливе поклоніння, коли, знаєте, як звучить музика, і нібито всі пісні вже заспівали, і хочеться ще щось додати, а пісню таку я не знаю. І от не залишається нічого іншого, як просто почати творити, почати щось десь там глибоко в серці чути, якісь слова, які народжуються просто отак, спонтанно. І таким чином ми співали, співали цей приспів «Дай мені постигнути твою любов». Дай мені постигнути твою любов, дай мені увидеть твоє лицо, дай мені услышать голос твой, Бог мой. І я думаю, що для мене це більше, ніж пісня, це, мабуть, молитва, це такий, особливо от зараз, ти знаєш, і звучить в серці такий призив і ко мені, і к нашій сім'ї, і к нашій команді. В першу чергу продовжувати слышать голос Божий. На самом деле, це огромна привілегія, мабуть, ну, для чоловіка. Человек способен слышать Бога. Господи, это же потрясающе, это удивительно. Я когда была совсем маленькая, помню, там года, ну, наверное, около 5 максимум, я уже тогда думала, вот, а если, когда я перестану жить, неужели все остальное продолжит существовать? То есть вот эти вот маленькие семена вечности, уже ребенок способен их слышать. Так почему же мы, когда вырастаем, становимся такими иногда ожесточенными, что мы думаем, что мы можем делать что-то сами, мы можем думать, что мы можем построить служение или бизнес, или церковь сами, не слыша, или, может быть, ну, делая что-то, просто зная, как это делать. Ну, в общем, может быть, это слишком такие глубокие размышления для сегодняшнего предрождественского эфира, но мне кажется, это очень актуально. Поэтому пусть эта песня звучит в сердцах людей, пусть мы молимся, наверное, если в молитве нечего сказать, Господи, помоги мне услышать Тебя сегодня. И я помню всегда в моей жизни, когда, вот, знаешь, упираешься в какую-то стену, меня всегда это место Писания очень сильно вдохновляет. Овцы мои слышат голос мой, и за другим не пойдут, а я знаю их по имени. Бог знает меня по имени, Бог помнит меня по имени, Бог знает мой адрес, если нужно, а я слышу Его голос. Вот говорячи про Різдво, сьогодні, да, спілкувалася зі слухачами з приводу ангельського такого заклику. Ангели кликали «Слава Вишніх Богові і на землі! Мир людям доброї волі!» або «Мир людям добра воля!» І просто поставили питання, а що в цих рядках, що в цих словах? От що для тебе в цих словах? Слава Богу Вышних. Ну, в первую очередь, конечно же, я думаю, что, ну, в преддверии такого события, да, такого величественного плана Божьего искупления, ангелам нужно было возвестить, что автор этого события, автор этого плана искупления — это Бог, и Ему принадлежит вся слава. И до тех пор, пока мы способны отдавать славу Богу, несмотря ни на что, вопреки всему, я думаю, будет хорошо. Потому что когда мы отдаем славу Богу, мы тем самым, знаете, как ледокол в духовном мире,
прокладываем дальнейший путь. А я все равно буду славить Тебя, Господь, что бы ни случилось. И я знаю, когда мы, как бы это сложно ни было, но когда наши уста начинают открывать, подниматься, да, и говорить: «Слава Богу в вышних! Слава Тебе, Господь! Я Тебя славлю, Тебя благодарю за все!» Чувствуется, как будто бы, знаешь, есть украинское слово крутое – «розвиднилось». Ага. Вот, да, что-то начинает проясняться, и ты думаешь: «Господи, это всего лишь?» Это всего лишь, я поэтому очень люблю говорить, что когда мы сталкиваемся с испытаниями, с искушениями, нам нужно прийти в Божью славу и сказать: «Господи, слава Тебе». И тогда, когда мы посмотрим это все с перспективы Божьей, у нас вот подобная реакция: это всего лишь искушение, испытание, недостаток, предательство, это всего лишь. А в Божьей славе оно все приобретает абсолютно другой смысл. На земле мир, ну, конечно же, ну, какой может быть больший мир, чем пришествие Сына Божьего, который может пообещать нам мир, несмотря на разрушение, насилие, войны, препятствия, смерти. А Бог говорит, что мой мир превыше этого всего. Так вот, когда они провозгласили этот мир, это была как такая, наверное, самая огромная интрига для всего человечества. Как может быть мир, если мы видим все вот это? И до сих пор я думаю, что, ходя с Богом, будучи верующими людьми, мы продолжаем учиться. Так что же такое Твой мир, Господь? Ведь Твой мир, он подлинный мир. Научи нас, Господи, познавать Твой мир и ходить в Твоем мире. И, исходя из этого мира, уже проецировать наш взгляд на другие ситуации, чтобы этот шалом, который, да, вот шалом, целостность, это значит, ничего не сломано, ничего не разбито, совершенный мир, этого мира мы стремимся к нему, нам не хватает его. Так вот, я думаю, что когда мы этот мир приобретаем в сердце, он способен распространиться на все временные ситуации. И благоволение в людях. Ну, наверное, самое дорогое. И в моей жизни тоже таких молитв было достаточно, когда ты говоришь: «Господи, возможно, возможно, у меня не осталось ничего, но у меня есть Ты, и это значит, что я в большинстве». И вот я сейчас вспоминаю эту такую молитву очень историческую. Это было до моего замужества. Я снимала комнату, и было так тяжело. И на последние деньги я купила Библию с золотыми страницами моей лучшей подруги. Как я могла не сделать подарок моей лучшей подруге? Вот. И я помню, так тяжело было. Я лежу, распростершись, и молюсь, и говорю: «Господи, возможно, у меня ничего нет, но у меня есть Ты, и больше ничего не нужно». И знаешь, что я тогда услышала? Дух Святой обратился ко мне. Я услышала эти слова, когда Иисус говорил: «Я есть хлеб». Я думаю: «Господи, так Ты буквально мой хлеб. Ты действительно мой хлеб. Ты моя жизнь, Ты мое дыхание, и Ты мой хлеб». Поэтому, наверное, самое главное для человека, любого человека, независимо от того, кто мы, что мы, где мы, когда мы, кем мы были, кем мы будем, очень важно понять, что я имею благоволение Божье. Бог ко мне благоволит. То есть Его воля обо мне, Его мысли обо мне, Его мечты обо мне, они хорошие. И с этого начинается любое возрождение, любая надежда и любое начало. Поэтому слава Богу в вышних! На земле мир, шалом, целостность, мир, который превосходит все видимое, все обстоятельства и благоволение. Бог нам благоволит. Он мечтает о нас, и у Него мысли о нас самые лучшие. Ми так торжественно взяли, я зараз хотів. Я нещодавно передивився випадково, от що називається, шарився в інтернеті, і знайшов такий мультик типу в 3D, зроблений за Чарльзом Дікінсом, «Різдвяна пісня», «Рождественська пісня в прозі», «Різдвяна історія» про Евенезера Скруджа. І там на фоні Різдва дуже багато трагічних подій показано. Трагічність життя. У його робітника син хворий, і він бачить в видінні, що, можливо, на наступний рік цього хлопчика вже не буде в живих і так далі. Я зараз чомусь згадав твою книгу, про, ну, яка була... Записки, можна сказати, да, після от візиту туди, де більшість людей звідки не повернуться вже до цього життя. От і хотів, ну, спитати, чому ти написала цю книгу і чому ти відвідувала це місце, як довго це було і що Бог відкрив через це? Я пам'ятаю, це було в преддверии Рождества, і я думала довго, як назвати этот наш візит. І я назвала його «На грані Рождества», тому що дійсно процентів 95 людей, коли попадають в хоспис, их души оттуда уже возвращаются, ну, вернее, переходят только в вечность. И мы называем это «из жизни в жизнь».
они переходят из жизни в жизнь. Но для меня это было особое время, и это служение продолжается сейчас, слава Богу, наши волонтеры ходят туда. И это, знаешь, как ты стоишь на страже, и ты видишь эти хрупкие тела, которые изо всех сил пытаются удержать эти вечные души, и не всегда это получается. Я помню, одна женщина, когда мы подошли к ней, наклонились над ней, погладили ее и говорим: «Давайте вы помолитесь с нами». Я вдруг вижу, эти огромные глаза открываются, и она говорит: «А я что, уже все?» Я говорю: «Нет, нет, что вы, конечно же, не все, мы просто пришли, чтобы помолиться с вами». И я же понимаю, что эта молитва была одной из последних перед ее переходом в объятия Божьи. Вот. И это очень противоречивые мысли, очень противоречивые впечатления. Но, ты знаешь, происходит такая огромная переоценка вообще всего, что мы делаем, как живем, что мы строим, о чем мы думаем, о чем мы поем. И, ну, если бы можно было каждому человеку пожелать попасть туда, я думаю, это было бы очень здорово. Я помню, столько слез было, и молитва: «Господи, почему эти люди уходят? Ведь мы же приходим туда, чтобы молиться, и мы верим всем сердцем в это исцеление». Тогда Господь утешил меня. Я услышала эти слова, что «Я посылаю тебя, чтобы их души были спасены, потому что мы мыслим не так, как Бог, потому что один день, одна целая вечность в нашем понимании — это всего лишь день, и Он всегда заботится о душах людей». Он смотрит всегда с перспективы вечности. Самое главное для него, чтобы человек успел услышать его голос и откликнуться к нему. И чтобы душа его ушла в его объятия. Поэтому это бесценное переживание. Это потрясающее время, когда мы могли прикоснуться сквозь эти бренные, больные тела, прикоснуться к душам людей и указать им путь к Господу. Это самое дорогое. Потому что вечность — это самое дорогое. И мне кажется, чем раньше мы научимся жить с позиции вечности, чтобы каждое Рождество мы понимали, что мы ближе к вечности, и что вечность уже начинается, она внутри нас. Просто некоторые люди пока еще ходят вне этой вечности, вне Бога, вне жизни. И нам нужно поделиться с ними, просто соприкоснуться с ними. Просто даже вот вчера, да, мы пели «Диво на Рождество» на Софийской площади, на главной сцене страны. И даже стоя на этой сцене, я понимаю, что это такой маленький блик с позиции вечности. Что я могу сказать на этой сцене людям, чтобы они запомнили не просто красивую песню, чтобы они соприкоснулись с живым Богом, и чтобы они поняли, насколько хрупка жизнь и насколько бесконечна вечность, которая начинается уже здесь и уже сейчас. Часто так буває, що ти кудись ідеш, ти думаєш: «Бог, надихни мене, я хочу послужити, бути корисним цим людям, от бути просто твоїми устами» і так далі. Але коли насправді діє Бог, то не тільки ти щось віддаєш, а ти можеш знайти там, де ти не очікував. Ти йдеш от в повному усвідомленні, що ти щось несеш. А насправді приходиш в таке місце, як хоспіс, наприклад, і там Бог промовляє до тебе. Чи було щось таке, от що особливо тобі запам'яталось від цих відвідин? Якийсь настрій, якесь об'явлення, якась зустріч, може, як ти кажеш, чиїсь великі очі. Таких людей було дуже багато, і поэтому я помню, приходила і просто не могла не писати. Я відкривала комп'ютер, відкривала чистий документ і починала писати ці портрети цих людей. Там були різні люди, пожилі і молоді. Там були женщины, которым приходили дети и сидели с ними целыми днями, рисовали там рисунки. И, конечно же, внутри все сжимается, но опять же, когда мы смотрим все с позиции вечности, что жизнь продолжается, что это тело всего лишь хрупкое. И я, когда вижу, кто-то теряет родных, близких, да, я всегда говорю, потому что я сама это пережила, что это временное расставание, что Бог всегда... Бог — это жизнь. И в Боге никто не умирает, никогда не умирает. В Боге люди переходят из жизни в жизнь. И, насколько это уместно? Мне кажется, уместно, потому что Рождество — это рождение жизни. И мы рады, когда человек получил вечную жизнь здесь при жизни, и потом переходит в вечность с ним. И так же было с моим папой, когда, с одной стороны, мы потеряли его здесь, вернее, мы расстались с ним здесь. Но это было такое бесценное переживание, когда я вдруг... верующие люди меня поймут, да? У меня были закрыты глаза, мы хотели молиться о том, чтобы он вернулся к жизни, чтобы он воскрес, да? Вот, но в духе я увидела потрясающую картину, я увидела силуэт моего папы и силуэт моего Господа. Это было так реально,
Это было так по-настоящему. Просто мои духовные глаза открылись. И я поняла, жизнь продолжается. Мой папа сейчас там. И поэтому, когда я утешаю людей, которым приходится расставаться с родными, близкими сейчас, я говорю: дорогие, это временное расставание. И пусть Дух Святой поможет вам увидеть его реальность. То есть мы видим сейчас маленький процент жизни материальной просто. На самом деле она намного больше, она намного глубже. И Бог видит все совершенно не так. Я думаю, это, наверное, главное, что я приняла для себя, это реальность неба. Реальность вечности, которая уже сейчас есть. И я перестала бояться смерти как таковой. Потому что для верующих людей это просто переход из жизни в жизнь. У нас бувають такі переживання, такі інсайти, і хочеться утримати це. Але, як ти сказала, ми прагнемо миру. І апостол Павло пише: бідна я людина, за внутрішньою людиною, за розумом, я хочу жити за Божим Словом, але в собі я бачу інший закон. І буває так, що нам цього миру не вистачає навіть, ну і частіше за все, це буває в сім'ї з найближчими людьми. Ти розумієш, от я вже на грані зриву, там, або я, ну, повівся не так, як маю, тому що життя – це все, що ми маємо, воно таке коротке, немає часу і енергії зайвої на сварки, суперечки, там, доводження своєї правоти і так далі. Чому ми втрачаємо от, ну, ці піки, на яких ми буваємо, там, на колінах перед Богом, чи коли Він промовляє через своє слово? І що тобі допомагає вчасно повертатися, можливо? Вчасно звертати увагу, що півкроку вже зроблено там наліво? Ну, мені кажется, що почему мы теряем эти пики? Наверное, чтобы еще более острее. Знаешь, как выражение классное? Пока мы не прикоснулись ко дну, мы не сможем оттолкнуться, чтобы всплыть. Вот, поэтому иногда, наверное, Господь и позволяет нам, и даже помогает коснуться этого дна, чтобы как можно сильнее оттолкнуться с Его помощью, да, уперевшись на Его вот эти вот ладошки, потому что чем ниже дно, тем я больше понимаю, каким бы ни было дно, я все равно на Его ладонях. Я все равно там, моя жизнь скрыта со Христом на небесах, написано. Каким бы ни казалось моим вот этим человеческим глазам вот это состояние, да, на самом деле я на Божьих ладонях. И чем сильнее я просто оттолкнусь Его милостью, тем быстрее я всплыву. Вот сегодня утром наш любимый сын Илюшечка, например, да, разбил очень дорогой экран телефона, за который мы еще не выплатили даже в кредит. Вот. И это был вот этот пик, когда мы, ну, Господи, ну зачем? Ну и так же ж нелегко, еще с этим экраном. Вот. И понятно, произошло то, что произошло. Мы на него накричали, он расплакался. И конечно же, всегда есть два взгляда. Каким мы будем смотреть? Есть сердце, а есть вот эти вот наши эмоции, да. И во мне сегодня было вот оба этих взгляда одновременно. Я вижу этого плачущего сына, я понимаю, что муж расстроен, я понимаю, что дополнительные расходы. Я тоже понимаю, что стоит этот сыночек, и он так ждет моей поддержки, и он готов уже говорить «прости», и он еще не это слово толком не выговаривает. Мы еще сразу не поняли, что это за слово. Потом до меня дошло, я говорю: «Андрюшечка», он говорит «прости», слышь, он говорит «прости». Вот, и мы его обняли, конечно же. И буквально вот ехала на эфир и думаю: и это пройдет. И в этих словах я какой-то увидела такой глубокий, чуть ли не сакральный смысл. Ведь если мы понимаем, что все пройдет, все временное пройдет, а драгоценное, ценное проходит иногда мимо нас, то с этим нужно что-то делать. Так вот, драгоценные наши слушатели, и всем хочу сказать, что давайте вот дорожить этим драгоценным, потому что оно тоже имеет смысл, имеет способность проходить, и давайте сделаем так, чтобы оно не проходило мимо нас. А вот это все временное пусть проходит мимо нас, давайте не будем цепляться, давайте не будем позволять этому красть нашу радость. Я помню, как, помните, когда Искуситель подошел к Иисусу, и мне так понравилось, что Иисус не начал страдать: «Боже, мне и так плохо, я же голодный, я уже на срыве, там 40 дней, и организм начинает съедать сам себя». Он ему просто, без лишних эмоций, сказал: «Отойди от меня». Поэтому я думаю, что нам надо иногда научиться вот этим эмоциям, этим событиям, разбитым телефоном, каким-то недостаткам, долгам. Вот сейчас мы в очень серьезном таком финансовом бремени по поводу фестиваля нашего, да? И надо научиться говорить: «Отойди от меня. Ты не имеешь права красть мою радость. Я знаю, что я делаю. Я знаю, кому я служу. Я знаю, в чем смысл моей жизни. Я знаю, что для меня самое дорогое. И это ты у меня не украдешь». Ну вот и все.
Так цікаво, що в грецьких текстах там «зайди за мене» або «стань ззаду» чи «іди за мною». Тобто він його не просто від себе відганяє, тому що його відганяти нікуди. Вау. З великою радістю зустрічається різні іспитання. Круто. Так? А він каже, знай своє місце. Тінь має бути ззаду. Вау. Попереду світло. Супер. Дуже сильно. А про різдвяний фестиваль вже було сказано. Угу. Ну, все, що не секрет. Я розумію, що є, можливо, військові таємниці, а є те, що можна оприлюднити. Ви кожен рік щось таке робите? Це вже другий рік. Это второй год, да, мы очень хотим и стремимся к тому, чтобы это была рождественская традиция нашего города, столичный різдвяний фестиваль. Угу. Ну, а хто біля витоків, кого відвідала ідея і хто, власне, організовує, з ким разом ви це робите? Ну, ідея відвідала, так получилось, что, наверное, я просто первая ее услышала. Я уверена, что эту идею Господь одновременно положил на сердце уже сотням людей, потому что без перебільшення сотні людей участвуют в реализации этого фестиваля. Я думаю, что это не просто фестиваль, это в Божьем замысле и в Божьем расписании. Это очень важная веха в Рождестве, в городе, для того, чтобы сделать площадку для объединения верующих людей не только по своим церквям, да, рождественским служениям, а чтобы мы на уровне города напомнили и возвестили людям, что Рождество – это рождение Спасителя, что Рождество – это возможность приблизиться к небесам, возможность переосмыслить свою жизнь, возможность навернутися с горы. Поэтому я услышала, да, это было два года назад, причем мы хотели назвать сначала этот фестиваль по-другому, потом нам служители из Одессы посоветовали и говорят, пусть этот фестиваль будет назван более глобально, пусть он объединяет больше людей. И когда мы ехали, помню, с Одессы с мужем, мы вдруг услышали вот это название, и я подумала, yes, в десятку, столичный резьдвяный фестиваль. Вот, и поэтому уже второй год мы его делаем. Первый год мы его делали на Почтовой площади, и второй год, в этом году это уже будет парк Шевченко. По-прежнему мы объединяем христианские общины, христианские церкви, общественные организации для того, чтобы вместе сделать подлинный праздник Рождества. Чтобы это не был просто художественный фестиваль, просто концерт, а целый фестиваль благовестия, где все и во всем будет во славу нашего рожденного Спасителя. Світла музика. Прем'єра. Ми тут, як засіб масової інформації, іноді чуємо і різних людей. От одні люди розрізняють день від дня, інші люди не розрізняють і кажуть, ну ви ж розумієте, що ніхто не знає, там, коли Ісус народився і так далі. Чи стикаєшся ти з такими людьми, з ну, прохолодним або скептичним таким поглядом на святкування, там саме 25 грудня, кажуть, ну це просто сонячні, солярні цикли і так далі. Чи ти от з тих людей, які використовують щонайменшу можливість, щоб, ну, як прецедент, як привід говорити і звіщати? Конечно, второе, абсолютно. Я близко з такими людьми не сталкиваюсь, просто, понятно, вижу, що на Фейсбуці є такі, ну, є такі люди, я з уваженням к ним отношусь, з пониманням к ним отношусь, вот, но, естественно, если есть хоть какая-то малейшая точка соприкосновения с человеком, то почему бы ее не использовать, особенно вот в это Рождество. Вчера на Софийской площади было огромное количество людей, и как приятно было выйти на центральную сцену страны, например, да, и сказать «Христос народився, славимо Його». Я помню, обратилась, говорю, есть ли серед нас діти, и там много детей махало, я говорю, скажите, вы верите в чудо? Как быстро они подняли руки, как с легкостью они кричали этими голосочками звонкими, да! И я говорю, вот мы взрослые, но мы так же, как и вы, хотим продолжать верить в чудеса. Мы хотим точно так же надеяться на чудо. И, ну, это было прекрасно. Что нас объединяло на этой площади? Вера в чудо. Что объединяет? Вера в то, что Христос Спаситель. И, ну, это огромная привилегия говорить о самом важном, о самом главном для украинцев, с главной сцены в эти рождественские дни. И пусть они продолжатся. Наш фестиваль будет 12-13. Это такой традиционный свят вечер. Да, мы завершаем эти праздники. Чем дольше мы об этом говорим, тем лучше, тем больше людей мы сможем охватить. Я рада, что подключаются люди для нашего подарочного фонда. Это известные компании, там, например, закусочные там, да, или какие-то косметические компании. Это тоже возможность, потому что люди присоединяются не просто к музыкальному какому-то действию, они присоединяются к Рождеству.
И для меня этот фестиваль — это целое такое, знаете, священнодействие, когда мы сделаем там опять вертеп, да, будет каждые полчаса постановка о том, что Христос уже не в яслях. Это главная мысль, кстати, эту постановку аудио, да, мы записывали именно на Светлом радио. Спасибо в очередной раз, потому что этот вертеп, эта аудиокомпозиция живет, продолжает жить, и на это Рождество тысячи людей снова услышат главное послание нашего фестиваля: Христос вже не в яслях. Диво на Різдво. Ми про це поговоримо, про твою композицію, в якій різдвяний настрій, твій різдвяний настрій, твоє Різдво відобразилося, але хотілося трошки поговорити про диво. Що таке диво взагалі? Тому що можна зустріти там в інтернеті такі вирази, ну, не скептиків, я не знаю, як сказати. Чудо – це молитва о том, Господи, пусть дважды два не будет равно четырем. І так далі. Тобто, що таке диво? Тому що для деяких людей диво – це нарушення законів природи, а закони природи незиблими і так далі. Можливо, в біблійному сенсі це носить трохи інший відтінок. Як ти розумієш, що таке диво взагалі? Ну, чудо, наверное, это просто сверхъестественное вмешательство. Мы говорим о Божьих чудесах. А сверхъестественное вмешательство Бога в естественный ход вещей в жизни человека. Что-то, что превосходит наше понимание, что-то, что случилось вопреки всему, неожиданно, непонятным образом, непредсказуемо. И, конечно же, это что-то доброе, что-то приятное, что-то, чего ты очень сильно ждешь. Это чудо. Мы, ну вот, життя, например, народження людини. В принципі, це естественные, природные вещи. Але мені здається, багато хто з віруючих людей скаже: а хіба не диво, що все існує? А чому все існує взагалі? Да, класно, класно, Славик, сильно. Это очень классное рассуждение. Да, рождение детей, Господи, ну, конечно же, это чудо. Как из маленького семени может появиться целый лес. В общем, да, наша жизнь и все, что в ней, это действительно чудо. Хтось колись сказав, що ми не помічаємо чудес через те, що ми самі диво. Вау! Тобто ти просто звикаєш до цього, ти в це приходиш, і ти, ну, за замовчуванням все сприймаєш. А от насправді, як очень ти кажеш, відвідини місця, де ти сьогодні бачиш людину, а завтра її може вже не бути тут серед живих. Мені здається, такі граничні стани, вони нас трішечки струшують. І ми, по-іншому, виходячи звідти, починаємо дивитися на все, на те, що ми маємо, приходимо додому, бачимо чоловіка, дружину, дитину. Точно. Спасибо, Славик. Це откровення я унесу з собою до чоловіка і дітей. Здорово. Ми чудо, поэтому іноді, може, не замечаємо ті чудес, які окружають нас. Здорово. Про твоє Різдво, диво на Різдво. Чим, з чого, з якого зерна народжена ця пісня? З зерна цього фестивалю. Видиш, второе название нашого фестивалю так і називається – диво на Різдво. І коли я услышала цю мисль, ну, я навіть не знаю, як це описати. Знаєш, ти видиш внутрі картину і розумієш, що б це тобі не стоило, тебе нужно это сделать. Да, это, наверное, называется покликання. Вот. И вместе с этим приходит такая какая-то удивительная благодать. Я знаю, что бы ни было, это произойдет. И вот так было с этим фестивалем. Потому что не было ничего, кроме этой мечты, мысли, молитвы. Диво на Різдво. И одновременно я помню, что вот мы в машине едем, и у меня сначала родился припев. Мы просим диво на Різдво, мы верим в диво на Різдво. Мы молимся про диво на Різдво. Потом, через какое-то время, я записываю на диктофончик обычно, да, вот еду просто в машине там, да, или в транспорте, записываю. И эти кусочки потом складываются в песню. Потом бридж розігнало темряву, світло неземне, свіска пролунала з небес. Вот. И я думаю, что по мере того, как эта песня продолжала и рождалась, одновременно с этим и мы каждую веху фестиваля проживали и рождали. И в конце концов он превратился в настоящее такое полотно. И когда я потом смотрела на эти фотографии, на этот репортаж, думаю, боже, и это было, и это было. Вот это для меня было справжним дивом на Різдво. Как можно было объединить около 150 артистов, около 200 волонтеров, больше 15 церквей, и все это произошло. И тогда я поняла: Господи, ты это все делаешь, чтобы в очередной раз для нас было абсолютно очевидно и понятно, что вся слава только тебе, что только по милости твоей мы можем слышать тебя, мы можем что-то делать для тебя. И наша роль маленькая — это продолжать вот махать этими крылышками, когда, знаешь, орлы сбрасывают своих птенцов,
Они же, когда летят, они же не думают, что я учусь сейчас летать. Они думают, я умираю, мне надо что-то делать, чтобы не умереть, да? И они начинают просто махать своими крылышками. Это мало похоже на полет. Это мое последнее откровение. Но по мере того, как ты продолжаешь махать своими крылышками и соприкасаешься с воздухом, вдруг они превращаются в крылья, и ты начинаешь летать. Вот такими крылышками начинается каждое маленькое начинание в нашей жизни. Ты просто машешь крыльями, чтобы как-то продержаться в этом воздухе. Так вот, самое главное нам вылететь в этот воздух и продолжать махать крыльями. И потом, и всем может казаться, что это просто какие-то странные хаотические движения, не похожие ни на что, а потом они превращаются в полет. Поэтому всеми силами, друзья, я думаю, в новом году нам важно сохранить это ощущение полета. Да, это страшно, да, это непредсказуемо, да, это тяжело. Но ведь мы же хотим летать, ведь мы же созданы для того, чтобы летать. Дякую. Нагадала мені мультик. Вам може показатися, що ми квакаємо, на самом деле пісні ми поємо. Нам може здаватися, що ми падаємо і розбиваємось, а насправді ми починаємо летіти. Точно. Це Оксамита, і це програма «Світла музика прем'єра», і ми послухаємо пісню, яку принесла Оксамита в нашу студію «Диво на Різдво». Оксамита, дякую за час. Дякую тобі. «Світла музика». Прем'єра.